Здравствуйте, уважаемые зрители. Несколько неожиданное включение в эфир, но не могла я упустить такой шанс вместе с вами посмотреть в прямом эфире за тайбрейком. Тайбрейком между Аней Шенгири и Йорданом Ван Форестом, который должен вот-вот начаться. Несмотря на то, что до сих пор играется последняя партия этого тура и этого турнира, Алиреза Фируджа, Ростислав Айташек, даже если Алиреза Фируджа одержит победу, он берет такое же количество очков, как Аня Шенгири и Йордан Ван Форест, но по дополнительным показателям именно между двумя голландскими шахматистами будет сыгран тайбрейк. Это уже объявлено, это уже анонсировано, и мы ждем, с нетерпением ждем начало партии. Я вместе с вами буду узнавать все и входить в суть дела. Давайте прежде всего, если есть возможность, посмотрим на слайд о тайбрейке, с правилами тайбрейка. Насколько я понимаю, всего две партии будет сыграно с контролем 5+3. И затем в случае ничейного исхода, если счет будет после этих двух партий равный, 1-1, то будет сыгран Армагеддон, где у белых будет 5 минут, у черных будет 4 минуты и 3-секундная добавка после 60-го хода начнет добавлять время, ну, чтобы флаг нельзя было срубить и какая-то логика шахматной борьбы сохранялась. Так что ждем начала. Кто здесь со мной? Сообщите в чате. Я знаю, что трансляция шла без у нас комментариев, кроме начала. Если кто-то смотрит, напишите, как ваши впечатления, да, плюсики, смайлики, хоть что-то, чтобы я знала, что я не одна, чтобы я знала, что вы тоже будете смотреть. И вот уже сидят Йордан Ван Форест и Аня Шенгири. И уже начали. Так, начали. Я не знаю, есть ли у нас возможность видео во время трансляции смотреть. Но я открыла видеокартинку, чтобы видеть. Дебют слона разыгран. Быстро играют. Аня Шенгири пока играет. Первая партия играет черными. Так, сейчас я тоже сама открою, чтобы у меня перед глазами было. Играет черными. Вариант c6 разыгран. Ну, все это пока достаточно известная теория. Повторю, что контроль времени 5 минут плюс 3 секунды. И смотрим. Задвинули черную пешку далеко на 4. Ну, слон белых, тем не менее, остался на диагонали А2-G8 и давит на центр. То есть, с одной стороны, в дебюте слона белые отдают центр, c6, d5 черные могут отреагировать и часто реагируют на развитие слона на втором ходу таким образом. Но, с другой стороны, да, вот как мы видим сейчас, эти пешки d5 и e5, они нуждаются в защите, в поддержке. А когда черные развивают фигуры, то защищать эти пешки не всегда удается. И белые иногда вот таким вот смелым образом забирают на e5. Посмотрим, к чему это приведет. Пока по времени примерно одинаково идут соперники. Всего у них времени поровну, пешек пока тоже поровну. И наблюдаем, что белые сделают с конем на e5. d4. Решили таким образом укрепить коня. Но коня терпеть на e5 долго, наверное, черные не будут. Попытаются что-то как-то его атаковать. Да,
Вот конь d7. Конь d7 последовало. 5 плюс 3, всего 2 партии. Это будет очень быстротечный, скоротечный тайбрейк. Очень быстро все закончится. Но, честно говоря, после такого 13-партийного марафона, все-таки 13 туров позади у за плечами шахматистов, и сразу же по окончании 13-го тура еще играть и тайбрейк, конечно, это занятие не такое простое. Вот интересно, по дополнительным показателям без тайбрейка, у кого был бы лучший коэффициент? Ну, да, коэффициенты – дело такое. Они Нижгири, безусловно, и просто поопытнее, и в тайбрейках поопытнее, но, знаете, тайбрейки – дело такое. Иногда опыт, он может и дурную шутку сыграть. Поэтому будем просто смотреть, будем наблюдать, как все закончится. Все d2, ну, пока у черных позиция... Структура получше, но, правда, пешка на e4, да, я хотела сказать, потеряется, но ладья опять ход не заметила. Ход очень симпатичный. Ладья таким образом подключается через фланг к центру. Ферзь бьет e5, да, ферзь бьет e5, потому что на ладья e5 было возможно ферзь бьет a4 сыграть. Разменяет ли ферзей Йордан Ван Форест? Ну, честно говоря, как-то не совсем удачно у белых получилось разыграть дебют слона. Черные пешки намного эластичнее стоят, чем их белые коллеги. И после ферзь e5 будет просто, наверное, серьезно похуже у белых. Может быть, ферзь d4 пойти, попытаться как-то укрепиться в центре с тем, чтобы на ферзь бьет d4, хотя бы чуть-чуть улучшить перечную структуру. Да, Ферруджи в случае победы также набирает 8,5 очков, я об этом уже говорила, но тайбрейк играют только два шахматиста, показавшие вот именно по критериям тайбрейка лучший результат. Это первая шла личная встреча, затем Бергер, затем количество партий черными. И ну, так как Ферруджи проиграл Карлсону, видимо, Ван Форест... Ну, видимо, у Ферруджи в любом случае хуже коэффициент Бергера, так называемый. По крайней мере, несмотря на то, что Ферруджи до сих пор играет, Ван Форест Гири уже свой тайбрейк начали. И вовсю позиция не меняется. Так. Сейчас узнаем, уточним. У меня все меняется. Я включила партию. Так, если есть желание, сейчас брошу ссылочку в чат, чтобы вы могли по этой ссылочке партию смотреть. Но и уточню для тех, кто смотрит просто в трансляции, чтобы она менялась. Подтвердите, пожалуйста, что вы видите, что все хорошо. Продолжаем смотреть. Верю, что все хорошо, но видим, что не просто сейчас белым. Но ферзей они не поменяли. И вроде как пешку c3 на пешку a4 этот размен, безусловно, на руку белым. Но опять же, ладья по пятой горизонтали как-то перебросилась с фланга на фланг, и сейчас очень серьезное напряжение создано черными фигурами над белым королем, слон h3, ферзь f3, такие прыжки надо считать и надо наблюдать, следить за ними. Ну, пока холодно отреагировали белые, просто увели ладью, просто... Сейчас, секундочку. Просто увели ладью, чтобы на слона h3 была возможность сыграть g3, да, и потом на ферзь f3 пойти ферзь e4.
Доска подвисает, да. Знаю, знаю, знаю. На стриме доска не меняется. Да, смотрите по ссылке. Попробуем сейчас, к сожалению, не я веду трансляцию, поэтому не могу вывести именно ту позицию по ссылке, которую я дала. Но вот сейчас попробуем. Попробуем это сделать, решаем технические вопросы по ходу. Все-таки тайбрейк дело непредсказуемое, видите, не только на доске, но и в техническом плане. Но пока слон h3. Слон h3, напали на пункт g2. Есть ли ход слон f7? Нету ли хода слон f7, господа хорошие? Жалко, кажется, нету. Слон f7, ладья f7, ладья e8. Ладья f8, ладья бьет f8, король бьет f8, ферзь f4, но ладья на один висит в этом варианте. Так, а было бы так хорошо, если бы проходило ход слон f7. Но, кажется, нет. Кажется, не проходит. Видите, меняется, ну, замечательно. g3 ходить, наверное, нельзя. Ввиду просто ладья e5. g3 было пойти нельзя. Пропала доска, но ничего, если пропала, сейчас появится. Это значит, пытаемся мы технически решить проблемы, чтобы вывести ту доску, где фигуры не зависают. Пожертвовал пешку на g2, ну, или пришлось пожертвовать, так скажем. Сейчас все появится. И смотрите, появилась, и у белых появилась угроза, матовая угроза. Ферзь бьет f7, ладья бьет f7, ладья e8. Так что черные должны быть настороже, пока они съедали и нападали на королевский фланг. Белые как-то так тихой сапой подползли, подкрались к пункту f7, слон на b3, ферзь на f4. Не против, не против, будут ферзь бьет f7 сейчас побить. Поэтому у черных не так, кстати, много возможностей. Например, на ход h6, на форточку, у белых ферзь e3 возможность сильная. И просто, опять же, белые вдруг, внезапно побеждают. Поэтому не просто сейчас будет черным, но Анишгири справляется и поднимает единственный ход. Идея в том, что здесь на ферзь e3, ферзь e3, ладья e3, что сейчас последует, у черных ход g4. Именно поэтому ход g5 был единственным, но достаточным для черных продолжением, чтобы получить серьезное преимущество, ну и, возможно, одержать победу в этой партии. g3. Сейчас была возможность интересная, но предпочел укрепить пешки на королевском фланге Анишгири ходом h5. Сейчас на fg последует hg, слон на h3 все так же защищен. Ну и очень приятная позиция, позади остались матовые угрозы, эндшпиль с лишней пешкой, к тому же король белых очень неудачно расположен, и не исключаю, что все может закончиться каким-то симпатичным матом в углу доски. Что же, все неплохо складывается для Ани Шагири в этой первой партии тайбрейка, но надо отметить изворотливую защиту Йордана Ван Фореста, несмотря на то, что, видимо, не отгадал с дебютом, хорошо был Аниш подготовлен и как-то что-то сделал не так. Йордан Ван Форест в Митершпиле или по выходу из дебюта. Но сейчас борется. Борется. Вот сейчас ладья e7. Главное сыграть ладья e7. Главное не зажиматься. Но я думаю, этот ход сделает Йордан Ван Форест, потому что, честно говоря, опытный игрок автоматически часто ставит ладью на обжорный ряд. Да, Олег, если бы одинаковое количество набрали хоть все 14 участников, лучшие двое по дополнительным показателям играли бы тайбрейк между собой. И в данном случае ими стали Аниш Гири и Йордан Ван Форест. Так, у нас что? А тем более Алиреза Фируджи сыграл в ничью. Так что у Йордана Ван Фореста, кстати, шахматная семья. У него есть брат младший, который играет в шахматы. У него есть сестра, которая тоже играет в шахматы. Мне кажется, их трое. Я могу ошибаться, но все занимаются шахматами, все играют.
пока Йордан Ван Форест возглавляет их семейное движение, но кто знает, может быть, через несколько лет мы будем несколько Ван Форестов наблюдать в турнире в Айконзее. Так, и что сейчас? Ладья на c7, пешка все так же лишняя, но, видимо, удастся Йордану Ван Форесту спасти эту партию. Потому что пока хоть пешка и лишняя у черных, но... я хотела сказать, она теряется, но так просто Анеш Гири не отдал пешку c6, напал на пешку f7, приготовился ее забрать в случае съедения на c6, и поэтому белые предпочли ход слон b3. Хотели они поменять пешку h на пешку f, последовало король f8, но все равно пешка c на пешку h была разменена, слон f6, могут ли черные защитить пункт f7? Нет, не могут. Ну, значит, будет ничья. Должна быть ничья, но, правда, на последних секундах, когда напряжение высоко, все возможно, да, ничья. Так, ничья, до голых королей доиграли. Тут уже можно зафиксировать этот результат. Очень напряженная, интересная партия. Несмотря на то, что у Анеша Гири был перевес в какой-то момент, очень упорно защищался Йордан Ван Форест. И сейчас по правилам тайбрейка 5-минутный перерыв, если я не ошибаюсь, между партиями. Быстро ли бегает Ван Форест? Ну, думаю, неплохо бегает. А какая разница? Гири выиграл? Нет, Гири не выиграл. Гири в первой партии сыграл в ничью. Сейчас ничья на доске в первой партии тайбрейка. И через 5 минут состоится вторая партия тайбрейка. Вторая партия тайбрейка, где Йордан Ван Форест будет на сей раз играть с черными, а Анеш Гири белыми. Ну, в принципе, любой результат очень важен, особенно не поражение, да? Ждем начала. Давайте пока просто я сообщу результаты сегодняшнего тура, хотя я с обзором собираюсь чуть попозже выйти в эфир и пройтись по партиям 13-го тура в темпе блиц. Завтра напомню вам, что... Нет, будет сейчас вторая партия через какое-то время. Через 5 минут, если я не ошибаюсь. И в случае ничьей во второй партии уже будет сыгран Армагеддон, но давайте подождем. До ничьей во второй партии еще надо игрокам дожить. Все-таки Анеш Гири будет играть белыми фигурами и попытается избежать, я думаю, Армагеддона. Все-таки Армагеддон... Тайбрейк очень нервное занятие. Армагеддон, там напряжение очень высоко. Смотрим. Уважаемый Илья, я нигде не видела призового фонда турнира в Айконзее. Насколько мне известно, вообще в Айконзее такой особенный турнир, который призовой фонд никогда не афиширует. То есть там приглашают участников, видимо, предлагая им определенные стартовые, а призы как таковые, ну вот в отличие от турниров онлайн, да, где мы всегда знаем призовой фонд, знаем, за какую сумму борются соперники, то в данном случае несколько по-другому построен турнир. Мы хлопаем в ладоши, конечно, и радостно улюлюкаем и ждем второй партии. Как только появится, я сразу вам ссылочку дам. И надеюсь, что в этот раз уже не будет у нас ничего зависать. Мы сможем эту партию наблюдать. Так, а я хотела заполнить этот перерыв тем, что рассказать хотела положение. Первое, второе место, как мы знаем, поделили Йордан Ван Форест, Анеш Гири. Затем третье, пятое. Есипенко Андрей, Фабиано Каруана, Элире Зафируджо. Блестящее выступление Андрея Есипенко. Поздравляем его с этим великолепным результатом. Надеемся, что это только начало. Магнус Карлсен 7,5 из 13 на шестом месте.
где-то публиковали статистику, что это самый худший результат Магнуса, начиная с 2009 года. Пентала Хари Кришна 6,5, по 6 очков у Ариана Тари и Нильса Гранделиуса, 5,5 Ян Кшиштоф Дуда, по 5 очков Антон Давид, Радослав Айташек, Максим Вашилограф, который еще под конец и Магнусу Карлсону проиграл, и Александр Донченко 3,5 очка. Ну, эти шахматисты постараются забыть этот турнир как можно скорее. А вот кто будет помнить об этом турнире, так это те два шахматиста, которых мы сейчас наблюдаем на экранах. Я не знаю, можете ли вы их наблюдать или нет, но я включила трансляцию, и вот ссылочку вам дублирую сейчас, чтобы вы могли наблюдать партию тоже в прямом эфире. Как только сделают шахматисты ходы, они появятся на этой доске без задержки в трансляции. Где китайцы? Китайцы не долетели, видимо. Я думаю, из-за проблем с коронавирусом вообще китайцы стараются как-то не вылетать из Китая. Например, в Гибралтаре турнир должен был быть. Я знаю, что Цзу Юйвэньцзунь отказалась там играть, но потом, правда, этот турнир перенесли. Так, все, поехали. О китайцах потом поговорим. А у нас испанская партия, архангельский вариант, но, правда, не совсем архангельский. Слон А4, слон С5, С3, конь Ж7. Уже применял Йордан Ван Форест вот эти редкие разновидности вариантов со слон С5. Вообще, в этом турнире он много интересных идей продемонстрировал и за белых, и за черных, как-то прошел всю турнирную дистанцию, так же, как и Аниш Гири, без поражений. Эти два шахматиста, так же, как и Фабиано Каруана, кстати, прошли 13 туров, не проиграв ни одной партии. Про призовые я уже отмечала, что в этом турнире они не афишируются, и, как мне кажется, призовых как таковых здесь нету. Тут есть такое понятие, как стартовые, и о размере этих стартовых договариваются организаторы с игроками. Ну, или, по крайней мере, может быть, призовые есть, но они так, чисто символический характер носят. Доска, что с доской? Я надеюсь, что все с доской правильно, снова зависает. Но ссылочку я вам бросила выше, вы можете по этой ссылочке следить за партией в прямом эфире. Если зависает, напишите, потому что если вы пишете «доска», то, честно говоря, я не могу понять, что это значит, потому что трансляцию я в данном случае не управляю и слежу за партией так вот, на расстоянии вместе с вами. Угу. Ну, отлично, все в порядке. Что там у нас? У нас пока очень интересная позиция. Конь против слона, конь в центре доски, красавец-конь, сдвоенные пешки С. Ну и вновь очень неприятная позиция у Йордана Ван Фореста. Здесь белые могут не спешить, спокойно усиливать давление по линии С. B3 ход призван как раз ограничить слона, чтобы он где-то на А2 случайно в какой-то момент не побил. Ну и вообще защитить пешку B2, да? То есть если вместо B3 конь бьет C6, пошли бы белые, то после слон C6, ферзь C6, ферзь D4 на B2 бы висело. А вот сейчас после ферзь бьет C7 на B2 уже не висит. И в этом и была идея хода B3. Я какие-то позиционные рассказы тут вещала. А на самом деле все, ларчик очень просто открывался. Ну, хорошо. Хорошо. Так или иначе, партия уже не только началась, а практически закончилась. А4. Вновь предстоит непростая оборона Йордану Ван Форесту. Правда, он очень быстро играет, несмотря на то, что позиция вроде как без пешки и достаточно неприятная. Может быть, это все домашняя подготовка, может быть, ему просто известно, что эту пешку очень тяжело белым реализовать, и у черных здесь хорошие шансы на ничью. Кто знает, кто знает. Пока играет на добавленном времени, в то время как Аниш Гири
уже потратил 1,5 минуты, но так как за каждый сделанный ход шахматисты получают 3 секунды, то тут как раз очень важно найти этот баланс между скоростью игры и качеством игры, потому что контроль 5 плюс 3 – это уже такой почти быстрые шахматы. В блиц все-таки на чемпионатах мира, например, играют чаще всего с контролем 3 плюс 2. А здесь 5 плюс 3 и эндшпиль. Эндшпиль так бегает за ферзем, а не жгири. Ну, ферзь может, в принципе, отступить, да, отступить или обратно, или на поле f6. Может быть, и подальше стоило им отступить, чтобы уже ладья точно за ним не бегала. Да, и чтобы ферзь c4 не было приставания. А то сейчас все-таки после ферзь бьет c4, bc. Как оценить этот ладейник? Не знаю, не очень хочется в этом ладейнике мучиться. А после ферзь f6, может последовать ба. Поэтому играет ладья fd8, Jordan Van Forest. Ну и вновь ферзь бьет d4, ладья бьет d4, b4 могут пойти белые. И оставить не одну пешку на фланге, а две. Чем больше пешек, тем больше шансов на победу. После БА, конечно, последует ладья ДА4, позиция будет ничейная, потому что невозможно будет пешку А2 защитить и развязаться белым. А вот после Б4, как сыграют черные, я не знаю, но ладья Б8 последует А3, и постепенно ладья С1 выйдет в бой, либо через поле А2, либо после ладья Б2. И будет достаточно неприятно черным эту позицию защищать. С другой стороны, на b4 можно сыграть a3, чтобы не дать второй пешке, пешке а, поддержать пешку б. Но с другой стороны, тогда на пешку a3 можно как-то будет нападать путем ладья b3. Да, b4 сыграно. Все равно большие шансы, конечно, на спасение здесь у черных. Мы же знаем, что все ладейники ничейные. И не исключено, что в конце концов пешка Б будет как раз разменена на пешку А. И возникнет такой классический ладейный эндшпиль с пешкой А. Но пока ладья стоит на один, пока ладья сзади будет проходной, для у белых хорошие шансы на успех. Сейчас важное решение. Черные должны принять, играть А3 или не играть А3. Или пойти, например, как-нибудь F6, король F7. Думает Jordan Van Forest. Ну, не позавидуешь, честно говоря, здесь черным. А я думаю, Аня Жгири получает большое удовольствие от игры в данной позиции. Игра на 2 результата, без контршансов у черных. Черным надо медленно защищать и терпеливо эту позицию. Ну, и несмотря на то, что перевес по времени у Jordan Van Forest, он тает, пока минута перевеса по времени. Но, как я уже отметила, когда есть добавление в 3 секунды, этот перевес по времени не столь чувствуется. Не пошел А3, не решился на ход А3 Jordan Van Forest, сыграл ладья B8. Ну, как я уже отмечала, здесь белые сейчас сыграют А3. Да, в стиле Аниша позиция, но, знаете, в стиле любого сильного гроссмейстера эта позиция, потому что кто бы не хотел играть с лишней пешкой в эндшпиле. Покажите мне того гроссмейстера, кто бы отказался и сказал бы, что это не в его стиле. Так, английскую трансляцию комментирует супруга Аниша, Софика Гарамишвили. И, конечно, ей сейчас очень непросто наблюдать за происходящим на доске и одновременно комментировать турнир, этот матч. Ну что же, не самая плохая ситуация, наверное, сейчас у играющих за столиком, у находящихся за столиком. Так, А3, G6, G3, по форточке сделали, ладья D3, черные прицепились к пешке А, чтобы затруднить активизацию ладьи с поля А1. Не хотят они позволить белой ладье
уйти. Ну и сейчас, да, сейчас после хода ладья b2 будут что-то они делать на королевском фланге. Они могут пойти h5, могут пойти король g7. И стоять и ждать, куда вообще белые, как собираются белые усиливать эту позицию. Белые, в свою очередь, наверное, поведут короля в центр, потому что ладью с третьей горизонтали как-то надо сбивать, опять же, для того, чтобы ладья А1 смогла выйти в игру. На ход Б5, если белые пойдут Б5, то можно пойти ладья b6, заблокировать пока пешку на b5 и опять же подождать. Ну, правда, вот b5, ладья b6, ладья b4, да, может последовать. Но, с другой стороны, на ход ладья b4 можно не реагировать, можно, опять же, делать какие-то нейтральные ходы, там, ладья c3, h5, и... Опять же, в конце концов, может возникнуть эндшпиль, пешка А, ну, ладья бьет А4, ладья бьет Б5 после размена, но две ладьи на доске, то есть не ладейный, а четырехладейный эндшпиль. С одной стороны, это на руку черным, потому что двумя ладьями легче создавать угрозы, например, ладья Б2, ладья Д2. Ну, есть и... Наверное, минусы. Смотрим, как изменится эта позиция. Смогут ли белые эту лишнюю пешку реализовать? Совсем мало времени сейчас на часах у Ани Шигири, 33 секунды. Не исключаю, что в конце концов возникнет достаточно острая позиция с пешкой А, где для того, чтобы какого-то перевеса добиться, надо будет посчитать конкретные варианты. И здесь, конечно, имея 18 секунд на часах, может быть непросто. Это уже вторая партия. Первая партия была сыграна в ничью. Ладья c2 пошел Ани Шигири. И, воспользовавшись тем, что ладья ушла с линии b, вернулся, увел ладью на f6 Йордан ван Форест. Ладья a2. Вот такая вот защита, избыточная защита пункта f2 и второй горизонтали. Ладья пошла на a2, вторая, и защитила вторую горизонталь. Соответственно, есть возможность увести ладью. А не зевок ли это? Ход ладья a2. Что сейчас произойдет? Ладья a3. Можно ли бить ладья бьет a3? Что последует после b6? Ладья a3. На b6 можно просто ладья бьет a2 пойти, ладья a2, ладья b3. Да, такое ощущение, что просто ничья, и нас ждет Армагеддон. Есть время сейчас у Йордана ван Фореста подумать, спокойно посчитать варианты, перепроверить. Ладья a3, ладья a3, ладья a3. Расчет несложный. На ладья b2. Что будет на ладья b2? Ладья b3, ладья b3, аб, b6, b2, b7, b1 ферзь. Поэтому белым так ходить нельзя. А сейчас у черных есть возможность пойти А3, да, наверное, на Б6 можно сыграть А3. Можно было сыграть А3, но предпочел другой ход. Йордан ван Форест, а именно ход ладья F6, тоже делающий ничью. Меняют пешки. И соглашаются на ничью. Так, господа хорошие, нас ждет Армагеддон. Армагеддон приближается, ну и, как вы понимаете, здесь уже нервы, удача. И хладнокровие. Холодная голова. У кого она окажется холоднее? Как все сложится? Ждем Армагеддона. Я думаю, в данном случае лучшего завершения этого турнира сложно представить.
Армагеддон. 5 минут дается белым, 4 минуты дается черным. Сейчас, видимо, будет жеребьевка. Я не знаю, каким образом определяется, кто играет белыми, кто играет черными. И после 60-го хода, то есть начиная с 61-го хода, за каждый сделанный ход будет прибавляться 3 секунды. Ну, это сделано для того, чтобы совсем не доходило до абсурда, не взбивались флажки в эндшпиле король и ладья против короля и ладьи и так далее. Поэтому такая вот трехсекундная, правда, достаточно большое прибавление, честно сказать, после 60-го хода в 3 секунды. Ждем информации по поводу того, кто начнет Армагеддон каким цветом, точнее, не начнет, а кто сыграет Армагеддон каким цветом. Через 6 минут написано. Ну, я думаю, да, через 5 минут. Вот-вот, еще осталось совсем-совсем немножко до того момента, как мы узнаем имя победителя этого турнира. Очень интересную я увидела статистику в англоязычной трансляции. Статистика была голландских шахматистов, которые побеждали в Эйконзее. Ну, понятно, что так как турнир проходит в Эйконзее, наверное, в первые годы много было таких победителей, но, тем не менее, сейчас попробую огласить тех, кто куда-то я этот задевала слайд. Ну, сейчас найду. Попробую найти. Да, итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, давайте так. Макс Эйви побеждал раз, два, три, четыре раза в Эйконзее. Нет, в Эйконзее не на острове. Он на берегу, но это Голландия. Так, на берегу Северного моря, да, или как у нас это море называется? Не так далеко от Амстердама. 20 километров к северу от Амстердама. Побеждал последний раз представитель Голландии, который побеждал в Эйконзее, был Ян Тиман, 1985 год. Так что 36 лет спустя, 36 лет спустя вновь победителем станет голландский шахматист. Кто определит Армагеддон, который начнется буквально через несколько минут до... Первые две партии Армагеддона закончились в ничью, и по правилам Армагеддона в Эйконзее при счете 1-1 играется заключительная, финальная встреча Армагеддон. Аниш Гири будет играть белыми, соответственно, ему дается 5 минут, но ему нужно побеждать, и Йордан Ван Форест сыграет черными, ему для победы в этом Армагеддоне и в турнире достаточно ничьей. Вновь я сейчас попытаюсь найти ссылочку, чтобы мы с вами могли в режиме реального времени наблюдать без каких-либо задержек за тем, что происходит на доске, потому что, как вы понимаете, в Армагеддоне 10 секунд спустя может стоять совсем другая позиция. Первые 60 ходов играются без каких-либо добавленных секунд. Что же, у Ван Фореста хорошие шансы, у него отличные шансы, и, наверное, очень жалеет Аниш Гири сейчас о том, что он упустил вчера в эндшпиле победу. Казалось, до победы в турнире оставалось совсем немного, но
Но история не терпит сослагательного наклонения, и мы бы сейчас с вами не наблюдали за этим тайбрейком, если бы вчера все закончилось несколько иначе. Перформанс Ван Фореста отличный. Добавка к рейтингу замечательная. Если открыть сайт, который считает рейтинги в режиме реального времени, Ван Форест 2701.2 у него текущий рейтинг, и сразу же следом за ним плюс 30 пунктов поднял он на этом турнире, следом за ним Андрей Сипенко 2701.1. Полку 2700, в клубе 2700 прибыло гроссмейстеров, у Андрея Сипенко добавка 24 пункта в этом турнире. Итак, за столики уселись шахматисты, поправляют фигуры, подобно музыкантам, настраивают свой инструмент. Последняя партия, господа, в этом супертурнире 2021 года, Вейканзее 2021, Лондон, старый добрый вариант. Что же, играть здесь надо побыстрее. Аниш Гири будто бы вспомнил об этом и начал чуть живее передвигать фигуры. Пока это все хорошо известная теория, уже сыграны десятки партий на этот вариант. Черные – это белые, белые – это черные. В общем, все в нашем мире перемешалось. Своего рода славянка с лишним темпом, с развитым уже слоном на f5. В данном случае он уже на g3 переместился. Так, связали белые фигуры коня на c6. Пошли a4. Белые приготовились где-то. Но пока они защитили слона. Но я думаю, если будет возможность, они где-то и опять будут не против толкнуть ферзя черных. 0-0, не боясь пока никаких призраков. Белые задумались, у них больше времени пока на минуту, 4:20. И сейчас что, просто рокировка или какая-то попытка все-таки использовать положение ферзя на b6? Нет, перед тем, как делать активные ходы, надо закончить развитие, говорит Аниш Гири. Уходит королем на королевский фланг, a6 сыграно. Слон бьет c6, решил разменять белопольного слона. И идц, что последует на слон c5, как будут пешки двигаться белые, вот так вот, b4, a5, оттеснены фигуры черных, что не ход, то удар пешкой, ну, черным пока надо отступать, и внимание, слон на g3 делает невозможным отступлением ферзя на поле c7 или b8 на черные поля, поэтому приходится занимать поле b7, на которое по-хорошему должен стать белопольный слон черных. Сейчас он стоит на c8 и грустит. Смотрите, как замечательно кони белых оккупировали поля d3 и b3. Не следят за тем, чтобы черные не пошли c5. Хотя я вот сказала, что они не дают играть c5. А может быть и нет. А может быть можно сыграть c5 все равно. Но об этом мы не узнаем, повторили ходы игроки. Ладья b1. Естественно, белым ничью делать нельзя, потому что ничья в данной партии равносильно поражению. Ладья b1, сейчас уже точно c5 ходить нельзя. Конь f6. Я вижу игроков, потому что, да, я включила трансляцию основную, чтобы видеть их реакцию. Интересно, если есть возможность наблюдать за лицами. Конь c5. Ну что же, все ближе, все дальше в лагерь соперника заползают фигуры белых, и все неприятнее становится играющему черными Йордану Ван Форесту смотреть за тем, что происходит. Сейчас слон d6, ладья b6, наверное, последует. И замечательные шансы у Аниша Гири есть все-таки одержать победу в этом не просто складывающимся для него тайбрейки. Но я думаю, мы все согласимся, что тайбрейк пока проходит под его
под его инициативой чуть-чуть, да, чуть-чуть где-то не хватало, чтобы победить, но в обеих партиях, блиц-партиях он все-таки давил серьезно, и только изворотливость Йордана Ван Фореста помогла ему удержаться на плаву. Да, представьте, Гири находится в ситуации, когда ему просто нет, ничего сделать можно, но это равносильно поражению. Задумался очень надолго Аниш Гири. Это, честно говоря, несколько смущает, потому что с некоторого ритма, что ли, сбился. Играющий белыми, такое ощущение. Но, с другой стороны, очень важно было принять сейчас решение, пойти слон d6, не пойти слон d6. Решил он сразу напасть на пешку b6, c6, сыграть ладья b6. Вот таким вот образом разменены пешки c. И белая пешка c5 сейчас уже может быть поддержана тяжелыми фигурами. Ферзем c2, ладьей c1. И план очень прост. Сначала убрать ладью с поля c6, освободить дорогу пешки c, ну, а потом потихонечку дотолкать ее до c7, а там видно будет, может быть, и новый ферзь появится на доске. Что же, все меньше времени у игроков, значит, все быстрее сейчас будут следовать ходы. Ладья ушла с c6, освободила дорогу пешки c. Очень красиво переводит черный коня на c4, таким образом перекрывают как раз линию c, чтобы не было возможности так поддерживать пешку c5. Надо быстрее играть Анишу Гири, все-таки пока только 25 ходов сделано, и мы помним, что добавление здесь, в этой партии, начнется только начиная с 61-го хода белых, поэтому, ну, чтобы до 61-го хода белых дожить, надо быстрее ходить. 2 минуты, меньше 2 минут на часах. Ой, подождите, какое 2 минуты? Минута 13, минута 10, тает время. Аниш, ходи, быстрее ходи, время здесь очень-очень важно, нельзя, это все тонкости. C6. Ай-яй-яй, зачем же так резко показалось Анишу, что он выигрывает, видимо, фигуру. Давайте смотреть, конь бьет c2, cd, конь d4, ed. На самом деле, кажется, что конь d4, да, но на dc конь e2 шах, на dc конь e2 шах, а после ed слон бьет d7, И я боюсь, что это значит, что Йордан Ван Форест просто победит в этом турнире. Почему? Потому что у него больше времени. На доске уже равная позиция, выпускает перевес ходом c6 Аниш Гири. И да, и все. Как тут выигрывать? Тут выиграть уже невозможно. Более того, времени мало, на 30 секунд меньше. И вот такой вот у нас драматический финал. Я думаю, Йордан Ван Форест почувствовал, что сейчас ветер дует в его паруса, и надо только делать быстро ходы. 36 секунд против 50 у Йордана Ван Фореста. Абсолютно равная позиция на доске. Ходят шахматисты туда-сюда. Главное не терять темп. Не терять темп, делать быстро ходы, помнить о том, что g6, правда, ход g6 мне очень не нравится, но с другой стороны ладью, да, g6 и f6, все хорошо, король вновь в безопасности король, и, ну, сейчас надо только следить, ай-яй-яй, пешку зевнул, ну, ничего, даже потеря пешки, честно говоря, ничего здесь не значит. Это не самое страшное, что может случиться у Аниши Гири. 9 секунд, 10. Отдал слона Йордан Ван Форест. Что происходит? У Аниши Гири попадали фигуры. Так, вот тебе все. Проигрывает Йордан Ван Форест. Сдался Йордан Ван Форест. Ну, надо же так. Куда же он так спешил? У него же 30 секунд.
Сдался, потому что на 58-м ходу уже соперники находятся, и начиная с 61-го добавляются 3 секунды. Объясняю, что произошло. Увлекся Йордан Ван Форестом. Йордан Ван Форест с рубанием флага, так скажем. Сначала зевнул пешку, потом зевнул слона и потом сдался. Вот что произошло. Да, что тут скажешь. Ну, честно говоря, отдал сам все. Все отдал сам. Была абсолютная ничья. На g5 он зачем-то пошел ладья бьет f4. Если есть возможность на 56-м ходу показать позицию, на g5 вместо gf, вместо отступления слона, но абсолютно равная позиция стоит. И времени на 20 секунд больше. Да, да, еще немножко, немножко совсем оставалось до добавления. Кто выиграл? Форест выиграл? А, я ничего не поняла. А я думала, он сдался. Я вам сейчас расскажу все о том, что происходит. Но мне казалось, что он сдался. Так, а кто-то считает... Кто-то считает, да, ну то есть кто-то... Так, давайте посмотрим. По мне кажется, что все-таки выиграл Аниш Гири. Ничья, да? Ну ничья, как вы думаете? Ничья это равносильно победе. Так, ну что же все-таки произошло? Ничья. Написано, что ничья. Что предложил ничью Аниш Гири? Ладья А7 и предложил ничью. Это его... Так, а кто-то говорит, что просрочил время на 58-м ходу. Господа, я не знаю, что случилось на самом деле. Я смотрела за видео, и мне казалось, что просто сдался Йордан Ван Форест. А мне казалось, по реакции как раз Аниша было видно, что он выиграл. Так, ну ждем подтверждения того, что произошло. На сайте Chess.com написано, что ничья. Написано, что ничья. Так, ну сейчас я попытаюсь понять. Но обидно, честно говоря. 3 ходов не хватило Анишу Гири, чтобы успеть. Может быть, и флаг срубил. Может быть. Давайте дождемся официальных результатов. Так я ничего и не поняла, что произошло. Начал зевать Йордан Ван Форест. Зря назевал. Но ходы делал он, конечно, быстро. Все фигуры попадали у Аниша Гири. И сейчас, секундочку. Задумался еще на несколько. Да. Флаг, видимо, уронил флаг. Аниш Гири. И сейчас смотрим, куда. Да, проиграл. Все, пересмотрела, а я думала, выиграл, я думала, Йордан Ван Форест сдался. В общем, ввела вас в заблуждение. Нет, уронил флаг Аниш Гири и проиграл. Ну, что же, честно говоря, это уже не имеет значения, ничья или проиграл Аниш Гири, да, все-таки Ван Форест, значит, побеждает он, и поздравим. Этого молодого голландского шахматиста с победой. Блиц-обзор тура, вы хотите, чтобы сразу и все, да? Чуть подробнее завтра. Завтра будет не блиц-обзор, а настоящий серьезный обзор с Евгением Томашевским. Всего турнира, в том числе последнего тура. Предварительно мы запланировали этот обзор на 17:00 по Москве, просто... Иначе не получается у нас выйти в эфир. Так что милости ждем вас завтра на обзор. Серьезный, не блиц. Кто не любит блиц, кто предпочитает классику, это завтра.
Сегодня будет блиц-обзор, но часа через полтора, потому что мне надо подготовиться, посмотреть, что вообще произошло, перевести дух, так как Армагеддон, он был очень нервным, очень непростым, драматичным. Видите, я даже не поняла, что вообще происходит, и упустила из виду самое главное, но смогли мы расставить все точки над «и», да, победу. Победу в Эйконзе одерживает Йордан Ван Форест с перформансом в 2839, с добавкой в 30 пунктов. А на третьем месте, судя по таблице, Андрей Есипенко. И российские болельщики тоже, я думаю, очень-очень рады. Да, фигуры в конце летали, и вот этот полет фигур и то, что в какой-то момент они упали у Ани Шигири, и он потратил секунды 3 на то, чтобы их поднять, в конце концов ему не хватило этих 3 секунд для того, чтобы добраться до отметки в 60 ходов, потому что с 61-го хода начало бы прибавляться время, а позиция у белых была абсолютно выигранная в конце. Но это из-за того, что Йордан Ван Форест в азарте в пылу борьбы забыл про это добавление и начал просто рубить флаг. Андрей, безусловно, молодец. Йордан Ван Форест тоже молодец. Можно посочувствовать Ане Шугири, потому что отлично он вел первую партию, но вот зачем-то, ой, не первую, а последнюю партию, Армагеддон, был у него подавляющий перевес, но он решил этот перевес сразу же как-то оформить конкретным способом и где-то просчитался, зевнул промежуток. И да, ну и все это привело к тому, что победу будет праздновать не он, а Йордан Ван Форест, который до начала этого турнира занимал всего лишь 67-е место в мире. Ну, сейчас в его послужном списке очень солидная победа в турнире в Эйконзе, которой немногие могут похвастаться. На этом я потихонечку буду это включение несколько незапланированное, непредусмотренное ранее заканчивать. Напоминаю вам, что где-то через полтора часа я подключусь традиционным блиц-обзором 13-го тура. Сейчас есть время поужинать, перевести дыхание, попытаться осознать, что же произошло. Ну, а блиц-обзор ждите чуть попозже. Как Аниш проиграл, сможете пересмотреть эту трансляцию. Честно говоря, мы во время этой трансляции тоже не поняли, что случилось и как проиграл. Но в блиц-обзоре я еще раз об этом скажу. И покажу как раз видео финальных секунд этого тайбрейка, чтобы мы смогли его пересмотреть. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Было несколько сумбурно, хаотично, но, в принципе, как и на доске во время тайбрейка и Армагеддона. Это нормальное состояние для таких нервных мероприятий, как тайбрейк. Да, говорю до свидания, потому что, как я уже отметила, вновь выйду в эфир буквально вот-вот. Желаю всем хорошего вечера, приятного аппетита и до скорых встреч. Не болейте, играйте в шахматы. До встречи, пока-пока.